Здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Сленди-тюбс, мы продолжаем. Ну что, вы сказали, тут какая-то новая тварюга появилась на карте военная база, и на окраинах день, да? Ну что, давайте поищем, какая тут у нас появилась вроде как новая тварь, попутно соберем эти... как их, заварные кремчики. Ну и постараемся не попасться. О. А вы гляньте, кто тут у нас. А у нас тут это По стоит. Огромное По. Четвероногое. Ходящее сквозь... Бляха-муха! Так, погодите, я не понял, а какого хрена здесь По делает? По-моему, же не По была вообще на этой базе, разве нет? По-моему, вовсе нет. Не По, это должна быть не По. Тут с бензопилой должен быть, по-моему, да, тип? А, нет, стойте, тот с бензопилой у нас находится в этом. Фабрика заварного крема, вроде как-то так. Так, ну ладно, допустим, так, тогда посмотрим, что у нас... есть на карте окраины день. Так, вот, день, ну оставим все как есть и посмотрим, прикинем, глянем. Все карты, так сказать, заценим. Попробуем найти местного обитателя злостного, такого, с косой какой-то там есть. Ой, куда? Нифига себе, я куда забрался? Нормально так, вы гляньте, ух ты, как обалдеть, а. Слушайте, отсюда прям вообще можно врагов расстреливать только так. А ну-ка. Тихо, нормально. Блин, 67 осталось, конечно. Ну, слушайте, вот это, конечно, здравая тема. Меня тут вообще, черт из два, кто меня тут достанет. Я прям это, вне зоны действия, так сказать. Осталось только найти местного засранца, который тут обитает в поисках моей душонки. Или того, что от нее осталось. Но я где-то по воздуху как будто хожу. Ой, нет, что-то не вариант. Так. Опа! Нормально, да? Прям замечательно. Но только все равно, что делать дальше-то? О-о-о! Так это робот. Постойте, а тут как раз По была, разве нет? Что-то я не понял, перестановку боссов, что ли, сделали? Ой, ну, к ядре не фени, я сам убился. Ну, видел я этого робота, я с ним и бился как-то. Это что, он что ли новый монстр? Да погодите, это... Если исходить из этого... Давайте мы проверим, кто у нас тогда вообще есть на картах остальных. Все летели, остались, так сказать, боссы. Может быть, что-нибудь найдем. При помощи режима Versus проверим. Нам дают как раз управление. Ну тут у нас вон местный Джейсон. Он у нас и был с самого начала. В принципе, без изменений. Кого мы там должны найти-то? Так. Тут этот монстрюга здоровый. Вот это вообще, конечно, ссыкотная карта. Во, вот этот здоровый такой, блин, ходит, а? Прямо не терпится кого-нибудь завалить. Причем левая рука какая-то у него вообще мутированная. Ой, так. Фасилити, блин, а? Ну тут вот как раз это, с бензопилой у нас. Да, техасская резня. Сладитюбовская резня бензопилой, так сказать, да? Блин. Все это, конечно, круто. А где новая тварь, которая обитает? Видимо, я как раз ее и видел, да? Постойте. А ну-ка, если я выберу вот так вот день.
Получается, постойте, их махнули местами, по всей видимости. Они же наоборот были. Военная база и день, они были наоборот боссы. Ха, интересно. Так, ну ладно, сейчас мы дойдем. Тут черный должен быть, да, черный Шрек такой перекрашенный. Нас ноги пинает, да. Это Сленди Тюбс! Да-да, по аналогии с этой, со Спартой, так сказать. Ладно. Раньше он вроде руками бил. Ну, странно вообще, все очень странно как-то. Какие-то обновления странноватенькие. Даже и непонятно, что обновляется, но что-то обновляется. Может быть, на озере у нас какие-нибудь изменения? Давайте посмотрим. А может быть, на карте Mainland? Нет, тут все этот, последователь Дагона бегает, так сказать. Жуткий видон, конечно, у него. Реально прямо Дагон какой-то. Ой, кошмар. Так, что у нас там еще? Mainland, а может быть тут? Может быть тут, постойте. Может быть не окраина, а может быть этот день. Не, ну тут этот орущий. По челюсти бьет, ё-моё, и все. Ну, без изменений. И ночью, видимо, тоже он будет, да? Было бы неплохо бы, если бы тут бы хотя бы показывалось, кто будет. Нет, ночью вот этот вот будет здоровый там монстр. Так, военная база, постойте, военная база. Не, ну ей-богу, да, походу их махнули. Вот этот, она была в этом, в карте окраины, день. И в принципе-то оно и понятно, потому что там как раз битва с этим-то и боссом был, собственно. А теперь... Она теперь на военной базе. А тот, который должен быть на военной базе, почему-то теперь там гуляет. Странно это все, друзья. Очень и очень странно. Ищем этого новинку, который был, так сказать. Ну, что-то я, честно говоря, пока ничего не найду. Ну, горы. Горы там этот вообще... Вон он как раз нарисован. Давакин одичавший. Да, да, да. Опа, опа, опа. Блин, обалдеть, а? А чё он ходит так, под ноги смотрит? Не провалиться бы, что ли, а? Или на котях не наступить? Предусмотрительный какой, а? Ой, какой-то он еще и медленный. Ну и рожа, а? Ну, по крайней мере, он хотя бы хоть как-то более-менее стильно выглядит, в отличие от остальных. Так. Горы. Так. Ну, давайте глянем. Обалдеть, постойте. Что-то я не понял. Там же другой был. Почему этот-то здесь? Там же другой робот был. Видимо, получается... Получается, тот робот и есть, что ли, новенький? Ну, обалдеть тогда просто. Вообще обалдеть. А тут кто тогда? Ну, что вы мне предлагаете? Каждого бегать, ловить, смотреть? Ну, тут этот трясущийся, ё-моё. Надоел, ё-моё. Кошмар, а? Как он, понял, тогда нас заставил побегать. Так... Ну-ка, что у нас тут? Ну, тут школа, станция, там это ходит, секретное убежище, огромная карта, тренировочная площадка. Ну, по всей видимости, да, по всей видимости, вот этот вот. А давайте, знаете что, коль такая ситуация, попробуем здесь режим этот выбрать. Survival. И это... Прикинем, посмотрим, что у нас там будет в конце за босс. Хм. Ладно, волна один пошла, так сказать. Уай! О, господи, слава богу, мы хотя бы это... Не разбились к чертовой матери. Готов? О, о! Мистер Андерсон! Так... Надо закупиться патронами. Блин, быстрее бы добраться. Где обалденный музон? Кстати, а музон-то подвезли? Давайте-ка глянем.
Так. Во. Ну чё, я как бы готов крушить, ломать, уничтожать все дела. Опа. О, о. Прицел такой, смотрите, да? Прям это. Раз. Тут так показано, тут так показано. Блин, а? Так как мы бьем все-таки? Так, вот это другое дело. Вот это я понимаю. Погнали, погнали. Пошла жара. Да ты чё? Так. Давай, 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 давай. Будем двигаться по направлению вот сюда. И посмотрим, что выйдет. Можно, конечно, попробовать вообще хардкорнейший режим, там, где дохренище врагов. Но черт из два мы выживем. И главное, вот именно в эту карту играют практически на всех серверах. Днем, днем. Хоррор-карту никто не играет, не знаю, боятся, что ли? Ну, тут как бы и видимость хорошая, тут чисто пострелять. Но все-таки, когда темно, как бы другая атмосфера. А я что, двоих, что ли, за раз? А, походу, да, двоих за раз вырубил. Ну чё, будет у нас там что-нибудь убойное? Или нет? Надо, короче, на саппорт машин ган накопить. А дальше все вообще ништяк будет. Плюс еще мне в комментариях написали, в случаях, ну допустим, это когда с кем-то играешь, если вдруг сдох, монеты лишние сбрасывать в укромное место, и потом возродился и заново их подобрал, так сказать, не теряешь по сути. А то обычно, если ты сдох вместе с монетами в кармане, то и монеты тоже, так сказать, исчезают. А это нифига не здорово, особенно если это какая-нибудь девятая, восьмая волна идет. С одним ножиком особо не повоюешь. Ну и пистолетиком. Так, 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 так. Куда, куда? Ой, 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 ой. Да ну нафиг. Так. Блин, то целишься, попадаешь. Куда он стреляет? Опа! Опа! У кого-то, короче, черепушка-пуля непробиваемая. А у кого-то нет. Так, слушайте, мы так не успеем. Надо, короче, сюда двигаться. Он-то нас догонит, у них у всех, когда враг слишком далеко, реактивный ускоритель в жопе включается, и они сразу нас догоняют моментально. Туман какой-то, блин, что за туман? Странно как-то. Ай, блин, я походу забыл дальность прорисовки выставить. Обалдеть, а? Вы гляньте, точно, надо настройки, короче, повысить. А что такое? А, ну, видимо, то, что новая версия, и все сбилось, по всей видимости, да? Во, видали? Бежали, бежали, а он уже за нами. Я думаю, что за туман? Что за туман какой-то? Странный туман. И оказывается, вот оно как все. Так, где там этот наш? Во! Нормально. Пистолет продаем. Ибо пистолет нам не нужен. Следующее, на что мы купим, это на ракетницу. Нет, на автомат, а ракетницу потом возьмем. Купим на автомат, а потом на ракетницу. Бензопилу брать не будем, ибо она здесь в этом режиме что-то вообще ни о чем. Как-то, ну как-то вот, вот так вот. Обалдеть, как будто в воздухе висят некоторые эти. Ну да, что-то прям вообще. Тени как не привязанные к этим, блин, а. Ой, горы без опоры. Ну нормально, хотя бы музон главное играет. Главное играет музон. Сейчас будет ништяк. Ой, какие-то фризы поперли. Что это? Что это за херня? Ё-моё, а?
как вы... Вау! О! Так. Давай, уворачиваемся. Вот зараза, а? Где этот босс-то, а? Чё он там гуляет? Я чё, пулемет что ли, зря купил? О, что-то он, походу, там застрял. А, нет, смотрите, скачет. Ну, где он там? Ух, ничего себе, он скачет. Тихо. Не надо так атаковать. Все. Так, нормально, прилетел Ник Фьюри, подвез патронов. Ну-кась. Давайте-ка мы закупимся. Нет, давайте мы сейчас это возьмем, еще автомат. У него урон обалденный. И возьмем патрончики, разумеется. Главное не продать, а? А то сейчас, не дай бог, кнопка не так жеманется, и на тебе будет привет. Да, по всей видимости, сдается мне, вот тут должен быть в финале вот этот вот новый робот, так сказать. Боссом. Но если нет, тогда я не знаю, кто что у кого. Может быть, я уже прощелкал этот момент, когда он должен был появиться там. Кто-то с чем-то с косой. Вот точно не помню название. Так. О, арахниды наступают. Ой. Блин, это тень такая жуть нагоняет. Вообще обалдеть. Слушайте, вы видите, да? Я этого завалил, а они такие встали на ним, головы склонились. Уа, порядочный был Сэнди Тюбик, да? Вообще обалдеть. Прям почтили память его, так сказать. Так. Ой. Так, главное, чтобы со спины нас не атаковали. Слушайте, как они хорошо, а, под этот. Обалдеть, прямо, уф. Давай. Так. Нормально, расстрел массовый прям. Ну кто? А, один сам это, походу, застрелился. По всей видимости, один из тех, кто горевал над... трупом убитого Сленди Тюбика с ракетницей, да? Постоял такой, сплакнул. Как я без тебя-то, а? И все, и застрелился. Так, давайте-ка мы закупимся ракетницей. Ага! Нет денег! Придется, видимо, еще чьи-нибудь бошки раскрошить, чтобы раздобыть нужное количество этих печенек, а? Улыбящихся. Ну давайте быстрее, я готов крушить. Улетай ты быстрее, елки-палки. Во. Нормально, и музон такой играет. Ну музон вообще, конечно, всегда прямо тут. Четкий. Им надо периодически в эту игру новый музон подвозить какой-нибудь. Отдельный для каждых режимов, для каждых боссов. У каждого своя музыкальная тема, если будет, таки вообще обалдеть. А боссов сделать каким-нибудь, я не знаю, прям тоже по стадиям. Снял столько здоровья, и он начинает уже вести себя по-другому. Так, бляха-муха. О, фантом. Так, ну чё, отступаем? Меня коцнули, а? Давай. Так. Давай. Нормально. Блин, как они классно-то кладутся, а? Кучно. Так. Ну чё, где там боссы-то? Так, один, по всей видимости, опять что-то, походу. Особо нет. А, во!
О! Подбосс! Так. Ой. Ой, черт. Вау! Вау! Так. Идет такой важный. Расхашивает тут. Полный рот патронов. А ему хоть бы чё. Так, надо, короче, похилиться. Так, похилиться. Берем ракетницу в перво-наперво. Берем вот это саппорт. Во, нормально. Эх, зараза, тут немного, конечно, не хватает. А может быть меч взять, а? Хотя, конечно, я не знаю, нафига этот меч. Хотя бы посмотрю, ну-ка, что-то я давно, конечно, не брал меч. Как он тут? Блин, ну как будто рукой бьет. И бежит так, нет, чтобы какой-нибудь там это... Тут вот, знаете ли, как будто пузо подрезает, ё-моё, кому-то. Опа, опа, опа. О, там кто-то у нас идет. О, смотрите, а душок пошел. Так. Давайте, давайте. Так. Но! Блин, меня что, окружают, походу? Меня, походу, окружают. О! Нормально! Ох, ёперный театр. Чё-то вас больно многовато тут на один квадратный метр. Давай, 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 давай. Так. Блин! Это к чем это меня так? Так. А-а-а, давай, еще раз. Так. Она. Вот так, моя ракетница сильнее. Так. Давай, 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 давай. А, вон их как раз трое осталось. Во. Так. О, тут, наверное, босс где-то, да? Кого мы ищем-то? Ага, уже никого не ищем. А, не, босс у нас будет потом, этот рогатый, рогатый. Вечно жути нагоняет такой, несется с двумя гирями. Прямиком с качалки. Так, ракетница, ракетница. Так, нормально. Ой, так... Ну чё, может быть это тоже возьмем. Либо сабмашин ган, дробовик, конечно, можно. Чё за... Ой, говно-то какое, я-то думал... Давайте хотя бы этот возьмем. Во, 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 заиграл музон, сейчас этот будет носиться, рогатый! Жуть нагонять. Давай, давай, давай. Где ты? Музон, конечно, классный. А прямо на действие заряжает, так сказать. Это знаете ли, под эту музыку надо, короче, идти в тренажерку. Хватать две большие гири по 16 килограмм в каждую руку, да? И носиться, короче, пугать этих всех качков. Включая вот этот вот музон по колонкам. Прям несешься такой просто, все не поймут, что происходит, а ты типа такой босс носишься с двумя этими гирями. Ну и ждешь, пока тебя первовстречный не вырубит штангой. О, давай. Ой, блин. Ой, блин. Так, блин! А-а-а! Так. Есть! Давай. Во, нормально. Black Hawk down. Валим их. Ё-моё, а. Плющенко какой-то. Чё? Уа, вот он появился. Вот он, красавчик, а.
Смотрите, несется, а! Опасный тип. Вау! Так. Давай, где он там? Так. Иди ты на хрен. Так. Блин, а, вот рожа-то, а, рогатая. Блин, обалдеть, нифига себе. Вау. Сейчас он телепортируется обычно. Так. Смотрите, с гирями, а, такими. Вау. Нифига себе. Телепортировался, называется. О-о-о-о. Ребята, вот это, конечно, промашка. Я промашку допустил. Давай быстрее. Быстрее. Нам надо закупиться здоровьем. Иначе сил не хватит. Так. Блин, а вот это, конечно, косяк. 10 секунд на... Застрял! Так. Здоровье бери. Блин, что-то успел взять. Чёрт! Успел закупиться, а? Успел, фу! Моментально оформлен заказ, так сказать. Тут, короче, будем придерживаться проверенной тактики. Двигаемся вперед, сгребая всех за собой. Блин! Ты как он так меня? Вот черт, а! Да ну нафиг. Как он меня так это, главное, нашел быстро? Вау! Блин, а. Перезаряжаем, один патрон остался. Это не дело. Ну чё, давайте их вот сюда выведем. Неплохое место, да? О! Джекпот! Так. Блин, как обидно-то, а? Чёрт, зато как кучно-то, а? Так. Твою ж медь, а. Быстрее перезаряжай. Перезаряжай быстрее. Так. Так, надо, короче, двигаться туда. Перезарядим пока все. Ой, боже мой, а. Нормально. Вооружаемся, капец, как будто я сейчас не знаю, Годзиллу валить будем. В принципе, все возможно. Возможно, даже это и Годзилла будет, кто его знает. Все. Ну нормально, бабок много. Ресурсы у нас позволяют практически скупить все. Но все мы скупать не будем. Так, меч надо продать, он меня только это отвлекает. Где он это? Во, катану эту. Ну чё, я в принципе готов. Так-то, было бы два пистолета бы, конечно, было бы круто. Я сначала вообще клюнул на это, подумал, два пистолета, только тут два показано, думал, как бы с двух рук буду стрелять. А нифига подобного. Кинул. Ну чё? К
Что там? О! Давай. Нормальный музон играет, вообще четкий. Ну? Блин, ребят, ну вот музыка, это вообще тема отдельная в этой игре, конечно. Просто ради нее уже стоит играть в эту игру. О! Все-таки этот босс. Так. Блин, а? Слушайте, а он... Пора взять ракетницу. Тек, тек. Давай. Что там у нас? Вау! Самонаводящийся? Черт, а? А музыка другая чуть-чуть, по-моему, нет? Не ремикс? Похоже на ремикс немного, хотя нет, просто без слов. Черт. Давай, сюда уходим. Будем его на расстоянии держать, а то у него что-то ракеты какие-то серьезные очень. Очень серьезные ракеты. Давай. Так. Ух, блин, увернулись! О, нормально! То есть вы хотите сказать, он что ли еще и телепортироваться умеет? Да вы охренели, он сейчас меня пристрелит тут! Так. Давай, уходим. Бау! Он телепортируется все-таки, а? Черт бы его побрал, а? Так. Давайте уходим. Блин. Черт, а? Ха-ха! Атас! Давай, постреляем! Музыка уже кончилась. Я требую продолжения. Где музыка? О, нормально. Включили пластинку. Слушайте, так это он ходит, видимо, пластинку включает. Босс, короче, сам включает. У него радио встроено в корпус. Чтобы, так сказать, атмосферу задать. Боя. Так. Черт, а. Уходим. Блин, такая площадка обалденная. О, он телепортировался. Мама! Так. Зараза, а, стреляет. Черт. Давай, уходим. Слушайте, он какой-то живучий, капец просто. Сколько в него патронов надо высадить? О, нормально, увернулись. Есть. Ага, all systems offline, да? Фу, нормально. Замочили. Ну, возможно, это был как раз-таки тот самый босс. Вполне возможно. По идее, тут раньше была По, вроде как. А теперь, видите, вот так вот у нас получилось. Ну, замечательно. Нормально, мне понравилось. В принципе, сражаться на режиме survival — это всегда интересно. Ну, будем смотреть, что еще нового появится.
Хотелось бы, конечно, еще какое-нибудь более дельное разнообразие, а не просто перестановка, либо и того введение каких-либо боссов, но без добавления новых карт, так сказать, и каких-то принципиально новых нововведений. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока.